Футбольный турнир среди детско-юношеских команд на Кубок ветерана Великой Отечественной войны Константина Федотова прошел в Одинцове. На поле состязались ребята от 6 до 8 лет из Москвы и Подмосковья. Юный одинцовский спортсмен Данил Новак большую часть своей жизни занимается футболом. В матчах участвовал неоднократно и сегодня пришел за победой. Я надеюсь, что мы выиграем, и наша команда получит кубок. Инициатива проведения мероприятия принадлежит общероссийской общественной организации «Офицеры России» и окружным депутатам-единороссам. Цель турнира – приобщить юных спортсменов к знанию истории своей страны и почтению перед ее героями. Чтобы дети видели, что у нас есть такие заслуженные, почетные люди, и с учетом совмещения как бы спорта и заслуженных людей нашего района и области, и страны в целом. Полковник в отставке Константин Федотов, разведчик, участник Великой Отечественной войны и Парада Победы на Красной площади 1945 года. Он награжден самыми высокими знаками отличия и является почетным гражданином Одинцовского округа. Константин Сергеевич много лет занимается общественной работой с подрастающим поколением и ходит на встречи со школьниками. Перед началом матча ветеран пожелал успехов юным футболистам. Желаю хорошей игры, захватывающей игры. Мы сегодня в этот знаменательный день, в этот праздник показали слаженность своих команд, свое мастерство, добились успеха и победы. Несмотря на то, что для многих ребят турнир стал первым после летнего перерыва, участники команд показали отличное владение мячом, и на футбольном поле развернулась напряженная борьба. Но судьба золотых медалей решалась в серии пенальти, в которой победу одержала команда из подмосковного Дмитрова. Полина Толмачева, Ферит Харитдинов, телекомпания «Одинцова».